Привет всем! Я рад вам сегодня представить новый проект. Это бот, который работает на мессенджере Telegram, доступен с любого устройства и подойдет для любого человека, желающего зарабатывать в интернет. Называется он MyStreamBot. И для начала я покажу, как здесь все работает. Вы получили ссылку приглашения от своего знакомого. Кликайте на нее, и вас перебросит в Telegram-бот, где нужно будет нажать внизу кнопку «Запустить», после чего откроется приветствие, преимущества и выбор языка. Выбираем язык и попадаем в главное меню, где можно ознакомиться с кабинетом бота. Для начала рекомендую перейти в профиль, проверить спонсора, сохранить в блокнот вашу реферальную ссылку и, перейдя по кнопкам ниже, вставить и сохранить кошельки на вывод, после чего возвращаемся в главное меню. Теперь вам необходимо перейти по кнопке «Информация» и ознакомиться с содержанием этой страницы и перейти по ссылке «Описание проекта» для знакомства с маркетингом, после чего возвращаемся в бот и опять нажимаем главное меню. Далее нажимаем кнопку «Правила пользования», знакомимся с ними и возвращаемся обратно в главное меню. Если вас все устраивает и есть желание зарабатывать долго и много, переходим по кнопке «Баланс», где вам доступна кнопка «Ввод» для пополнения баланса. Для начала выберите предпочтительную валюту, с которой вам удобнее работать, и кликните на нее. Пополнять мы будем партнерский счет, с которого система вам автоматически активирует уровни согласно пополненной суммы. Обращаю ваше внимание, если вы пополняете рублями, перед тем, как нажать на кнопку «Ввод», зайдите в раздел «Маркетинг» и посмотрите, какая сумма понадобится для ввода по курсу на этот момент. А теперь вернемся к пополнению и выберем для примера доллары. Здесь необходимо ввести сумму, которую собираетесь пополнять. Я для примера введу 1 доллар. Пишем и нажимаем «Отправить». Нам система предлагает платежную систему Pair, которая доступна на этот момент. Кликаем на Pair, и нам открывается окно, где мы переходим по ссылке для оплаты. Если у вас Pair открыт в другом браузере, не в том, который стоит по умолчанию, например, как у меня, то не кликайте на Pair, а нажмите на него правой кнопкой мыши и кликните «Копировать ссылку». Переходим в браузер, где вы активированы в Pair, и вставляем ссылку в адресную строку и нажимаем Enter. Откроется окно Pair, где мы сначала выбираем валюту, затем подтверждаем, после чего вас перебрасывает уже в ваш Pair, где необходимо еще раз подтвердить, и возвращаемся в бот, где вы видите сообщение о пополнении на 1 доллар. Также запись об этом сохраняется в истории партнерского счета. Для этого переходим в главное меню. Кликаем на «Баланс» и кликаем на «Партнерский счет». Запись об этом сохраняется в истории вашего партнерского счета. Если это ваше первое пополнение, например, на 1 доллар на покупку первого уровня, то в разделе «Маркетинг» у вас появится галочка об активации первого уровня. После пополнения баланса в самый раз заняться приглашением партнеров, так как от этого зависит ваш заработок по партнерской программе, которая работает в боте. В нижней части бота находятся две кнопки. Первая слева открывает меню, а справа находится приглашалка уже с готовым текстом и вашей реферальной ссылкой. Кликните на приглашалку и отправьте ее своим знакомым, используя стрелку справа. В личку каждому рассылку делать запрещено. За это Telegram может забанить. Рассылку делайте только через стрелку справа сразу на несколько контактов, но не более 1-2 раз в сутки. Своих приглашенных вы увидите в разделе «Маркетинг» по кнопке «Партнеры». Оплаченные партнеры будут выделены зеленой галочкой, рядом с которой будет стоять максимально активированный уровень. Неоплаченные партнеры будут с пустыми квадратами. Если у партнера есть имя пользователя Telegram, вы всегда можете перейти к нему в личку, добавить в друзья и пообщаться на тему активации уровней. Все полученные вами бонусы находятся на основном счете и доступны к выводу. В истории все записывается, и со временем
Когда бонусов будет много, их можно полистать, используя кнопки ниже, или вернуться в самое начало. Вывод осуществляется по кнопке «Вывод». Выбираем кошелек, если он введен. Если не введен, возвращаемся в профиль и вводим, затем осуществляем вывод. Кликаем на выбранную валюту, пишем сумму и отправляем. Я написал 2 доллара и отправил, после чего вышла запись, что заявка зарегистрирована. Ожидайте пополнения счета. Вывод происходит каждый день 2-3 раза, потому ждать пришлось недолго. Комиссия за вывод 2%. На этом я завершаю обзор MyStreamBot. В следующем ролике я представлю обзор маркетинга. Удачи всем и легкой работы с этим замечательным инструментом.